И после этого мы лежим в шавасане. Джинани мудро пальцы вкладываем, а лежим в ширшасане. И теперь тест влево. Проработка. Глаза сначала вверх, отвисла челюсть влево. Глаза до предела влево. Видите там что-то, пол, допустим. И теперь смотрим, как поле зрения слева будет увеличиваться по мере поворота или изменяться. С отвислой влево челюстью. Плавно, мягко голова перекатывается. И даже просто поворот головы влево и отслеживание может вызвать у вас желание сделать глубокий вдох-выдох. Три полных йоговских дыхания, как минимум, можно пять, если вы хотите. Вдох, живот, грудь, ключицы, выдох, живот, грудь, ключицы. Могут происходить какие-то феномены в области шеи, в области таза, в области грудной клетки или висцеральные феномены, то есть внутренних органов. Затем глаза уходят вправо на потолок, голова поворачивается, челюсть за ней следует как бы с замедлением. Челюсть догоняет нижнюю верхнюю, остается так, как она была. Теперь отслеживаем, что мы чувствуем. Вот именно на лице, в голове, внутри, в туловище. Дальше расслабляется подъязычное пространство и нижняя челюсть отваливается в направлении подъязычных впадин. Возвращаем на место.